То аномальная жара, то холод и ливни. Погода этим летом непредсказуема. Как доказательство, новая рабочая неделя принесла в регион похолодание и дожди. Так ночью температура опустится до 7-8 градусов, а днем прогнозируют от плюс 17 до плюс 21. А каким это лето запомнили саровчане? В принципе, вполне нормально. Тепло было, прохлада была, все было. А дожди не пугали? Нет, не пугали. Я бы не сказала, что оно было теплое. Обещали максимально жаркое лето. Аномальное что-то как-то вот... Обманули. Обманули. Ох, как обманули. Вот, учитывая июль, вообще дожди же вспоминаем, если были. Как-то немножко все сместилось на август. Но в целом у природы нет плохой погоды, поэтому радуемся и ждем бабье лето. Была солнечная погода, но иногда были дожди. Тебе как больше нравится, когда жара или вот как сейчас? Когда жара. А почему? Потому что можно покупаться... Жарким? Да. А дожди? Не запомнил дожди. Теплая, хорошая, солнечная. Ну, не знаю, мне лето понравилось. Очень хочется еще 3 месяца лета. Очень-очень грустненько. Хочется, чтобы после августа опять был июнь, июль и так до нескончаемости. Хорошее. Мне нравится. Не жарко, главное дело, и это хорошая погода. Я люблю такую погоду. Мне летом жару очень плохо, как говорится. Это моя погода, да-да-да. Но гляжу, уже исправляется погода.